Хей-хей, Кирилл, и сегодня у нас Resident Evil 8, третья серия. Я снимаю утром, но видос выйдет вечером, потому что уник, ну, ты понимаешь. Так, ну, я думаю, что нет смысла как-то разглагольствовать. Нажимаем кнопочку «Продолжить». Загрузить последнее сохранение. Конечно. Вот, я немножко поубавил... О, Касл Димитреску. Я немножко поубавил звук игры. Я, наверное, все-таки опять же таки себя тоже поубавлю. Но просто я заметил на прошлой записи, что довольно-таки громко шла игра, а меня почему-то тихо было слышно. Вот, ну, посмотрим. Так, сейчас посмотрю. Ну, вроде нормально меня должно быть слышно. Вот. Ну, если эта серия также будет переноваться звуку. Чё ты, Сидорович? Как у тебя жизнь? Даже утром решил меня банкротить. Так, ржавые обломки, порох и реагент. Ух ты, для дробовика. У нас есть ключ Димитреску. И что еще? Кстати, почему Димитреску? Я, кстати, понял, что он никак не склоняется. Ну, типа... Если есть решение этого вопроса, как склонять ее, получается... Так, да, фамилию, все верно. То я готов выслушать. Так, у нас двор, я там что-то забыл. Второй этаж у нас главный зал. Там дверь у нас просто закрыта. Я так понимаю, что нам сейчас надо топать... Железный ключ с отметкой. Ну... Куда нам топать? Надо найти маски ангелов, но... Я так понимаю, что одна из них вот здесь где-то торчит. А, ну, у нас путь, походу, сюда доступен, да? В зал наслаждений и оружейный. Ну, пошли сначала туда сгоняем. А, блин, я уже потерялся. Пойдем туда сначала сгоняем. Чё тут? Так... Это я сейчас хочу сначала еще лифт проверить. Так, запись идет. Извини. Да, все окей. Ладно, пошли. Надеюсь, со звуком все окей будет. Я просто за него волнуюсь. Меня что-то расстроило. Предыдущая запись, я заметил, сам пересматриваю ее. Я все свое пересматриваю. И просто вторую запись я смотрел, ну как сказать, после того, как я выложил. Вот. То есть я обычно сначала смотрю, потом выкладываю. Но в этот раз я прям бежал-бежал. И я не смотрел полностью запись свою повторно. Вот. Ну ладно. Я думаю, то, что все равно было хоть что-то слышно. Так, лифт у нас все равно не работает. Ну тогда пошли спокойненько. Обратно, как говорится, сюда. Что тут у нас? Второй этаж. Надо бы потом еще... Наконец-то мы встретились. Привет! Может нет? Может нет? Бля, мистер Икс. Так, мистер Икс, мистер Икс. Нам, пожалуйста, сюда можно? Нам, надеюсь, сюда можно. Ну, быстрей. Так, еще одна маска. Так, фуф, дверь закрыта, значит, ее здесь не будет. Я что, должен вернуть? А, я должен вернуть, если я хочу выбраться. Понял. Ну, это такая головоломка еще из первого резидента была. Так. Я хочу быстренько понять одно. Так. Маска наслаждения. У тебя 4. А, блин, там же было видно 4 отверстия. Что-то я тупанул. Так, и здесь... Больше... Нет, есть еще что-то. Серебряное кольцо. Тоже сюжетное, что ли? Или сокровище? Угу. Ценное сочетаемое, ее можно... О, ее, наверное, можно с чем-то... я тебя понял. Надо ее с чем-нибудь объединить, и тогда оно будет стоить дороже. Так, ну ладно. Так, здесь больше ничего нет? Ну, есть, конечно. Падаем. И все, пошли. Надо бы еще в холл будет вернуться, там что-то я пропустил. Ну, короче, все красные закрыть. И здесь тут что-то есть. Так. Обломок кристалла, нет? Ага. Все, чисто. Ну, пошли в оружейную. Кстати, я, по-моему, могу... Нет, не могу. Мне нужно... Три... Ой, два обломка. Ух ты, рыцари. Патрон для дробовика, значит, опять будет босс. Ну да, патрон для пистолета. Нас готовят мысленно. Так, что там? Ага, можно сдвинуть. Я боялась, что сестрица найдет. Ой, бля. Так, отмычку мне дали. Здесь больше ничего нет. Слушай, привет, а?
Бля, ФПС? Слушай, а ты ничего такая? Для мамы ты тут мама, а для меня сама. Ну так давай. Да, бля, ФПС, ФПС! Вампиры роняют ФПС. Спокойно. Давай ты исчезнешь, да. Так, тихо, тут еще что-то есть? Меня это волнует. Неплохо. Не встреча на тебя... А, наверняка можно подумать, что... Здесь-то ты сдохнешь. Бля. Ой, ой. Так, ФПС падает. Ты испортил все охоту. Я не дикая охота. Блядь, больно, 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 больно. А, у меня нет аптечек теперь, да? Что-то я сейчас туплю. Ну, это утро, блин. Добро пожаловать, утренний Иван. Где предметы? Чё ты? Ах ты, ублюдок! Помираем. Я хочу, чтобы... Она не умрет, что ли? Ну, мне здесь надо что-то еще найти, понимаешь? Вот и что. Все? Все. Так, мне... Блин, я прям на нее. А, я тебя понял. Я ее должен завалить. Там нельзя выпрыгнуть. Да на. Бывает. Тебе конец. Да чё, мне-то конец. Держи, блядь. Забей, Пит из Fallout New Vegas. Передаю тебе тот самый FPS, который ты у меня... Итан, вы как всегда правы. О, так, все, здесь больше ничего нет. Я думал, что здесь можно будет выпрыгнуть. Но я не подумал сначала посмотреть. Блин, красиво на самом деле. Ну ладно, почапали. Ой, сейчас вся эта утренняя сонливость уйдет. Как-никак там Димитреску у меня мистером Иксом стало уже. Так. И чё, подожди, а как мне быть-то? Так, загадки Жака Фреско. Погоди. Просто это сокровище и всё? А, нет, сюжетное, смотри. Так. Ну, конечно. Так, так. Оу, май. Так, 16 патронов, 4 в запасе. И там я что-то не облутал. Блядь, и там Димитреску бегает. Ну, зашибись, зашибись. В зал радости я не знаю, как попасть. И там Димитреску. Ну, блядь, ну пошли, чё нам, парням. Да, здорово, ёпта. Сука, на серьезно? Подожди, ну вообще логично, если бы она сейчас не ушла. Ну, если честно, если интересно мое мнение, мне Димитреска не особо нравится. Я просто... Блять! А как мне быть? Ну ладно, давай обратно. Я дверь закрою, да, спасибо. Ну ты сюда не полезешь же. Все, музыка ушла, значит я... Тихо, слышу. Так, ладно, пока она там топает, а у меня игра остановилась. Ладно, хрень. О, я что хочу? Я хочу посмотреть. Я там что-то забыл. В принципе, можно пробежать рядом с ней и в блок уйти, если она даже начнет как-то меня бить. Типа, это не особая проблема. У нас есть вот оперный зал, я так и не помню, о чем открыть. И у нас есть отмычка. Отмычку мы нашли же, верно? Мы нашли отмычку? Да, мы нашли отмычку. Да е-мое, дай, отпусти! Да нет! На shift неудобно. Так, ну ладно, ну, ебать, короче, она там по КД будет спавниться, отвечаю.
небольшое напряжение. Так, тихо. Вот, нашел. Все? Да. Короче, похер. Ну, типа, пускай... Это ее хата. Это ее замок. Нам-то что, в конце концов? Так, куда я хочу? Я хочу вернуться в этот зал четырех. Ну, ты же в сейф-зону не пойдешь. Слушай, торговец, там Димитреск топает. Ищите что-то конкретное? Да, короче, так. Что мы продаем, а что нет. Кольцо мы не продаем. А, стой, погоди. Может быть, можно? Ну-ка. Заходите еще. Ага, сейчас, погоди. Да блин. Так, серебряное кольцо, объединить. Нет, обломы кристаллов, кольцо. Ну, понятно, ладно. Заходите, Итан. Спасибо. Так, поехали. Ты что там у тебя? Не нравится? По мне, так честная цена. Какая честная, блин. Так, у тебя есть схема для создания патронов для снайперской винтовки? Ну, это как ты знаешь. Такойся, так, запись идет, все. Ничего могу сказать. Ну, аптечки, это ладно, это все хрень. Патроны я не буду у тебя покупать. Мне больше интересует, что у тебя по апгрейдам. Боезапас можно улучшить. И урона пекаря. Ну, давай, знаешь что? Давай урон. С удовольствием. Ну, понятно, что с удовольствием. И давай. Покупаю? Я только что говорю, что мы... Ну, помолчи, блин. Я общаюсь с более умными людьми. Давай вот так вот просто возьмем. Для интереса ради. Один раз купим патроны. Сколько? Подожди, это у меня... Я чуть не понимаю. Патроны для пистолета? А сколько там? 1500. Не, ну, ты... подожди, это два патрона я куплю, что ли? Ну-ка. Реально, интересных приключений. Ну не, спасибо. За такое предложение не самое интересное. Сейчас бы ключ Димитреск туда вставить. Так, я надеюсь, она здесь не будет топать. Блин, да ты... Ты омерзительный чужак. Я-то? На себя посмотри. Так, тихо, тихо. Не забудь пососать на дорожку, подруга. Так, отмычка. Держи. Побыстрее, пожалуйста. Блять. Патрон для дробовика. Угу. И чё дальше? А чё дальше? В зал радости не попадешь, вооруженную я забрал. Одну маску. А, я понял, одну маску это еще и сама Димитреск получается. Ну, на улицу она со мной пойдет, интересно, ну? Пойдем проверим. Да, любимая, в кавычках. Вес, она. Ну она какая-то гипертрофирована, по-моему. Ну, типа, блядь, что здесь такого? Давай, я тебя жду. Пошли во двор. Посмотрим, как тебе дворик, твой местный. Ага. Так, а куда я сейчас пойду? Я пойду не во двор, так туда нам. Подруг, со мной. Да, давай, топай. Ага. Сорян, ребята. Я ее здесь жду просто. Ну? Или она не глупая? Бля, она... Подожди, стоп, а ей похер, что ли? Алло. Не, ну... Ну, это, конечно, все очень... Блин, как этого я не ожидал. Бля, я реально похер. Я сейчас в тупик, да? Да, заперся с другой стороны. А, и... Бля, больно. Я пытался сейчас пробежать, ну ладно. Слушай, Димитреска, давай так. А, как бы тебе объяснить мою ситуацию грустную? Ну тебе похер, да? Ну тебе ж похер. Так, ателье. Как туда попасть? Надо
Лифта у нас еще есть, который не работает. Я сейчас туплю, походу. Я чуть запутался, подожди. Во дворе у нас что-то еще есть. Это, безусловно, да. Вниз я уже не спущусь, там мне все равно делать нечего. У нас еще осталась одна сестра и сама Димитреска. Ну и как я тебе Димитреску грохну? Ну вряд ли я, если я в нее буду стрелять, это что-то изменит. С ней наверняка какой-то босс-файт есть. Вот она топает, такая довольная. Пустяк. Пустяк? Ну, ладно, я пытался. Да, тихо. Я просто сейчас в недоумении, что мне делать. Там заперто с другой стороны, по-моему. Ну ладно, давай проверим. Может быть, что-то изменилось. Блин, хотя на второй этаж при Димитреске топать, это вообще смерть. Хотя, бля, вот это, нажал и все, и ты живешь. Ну, конечно, заперто с другой стороны. Слушай, Димитреска, блядь, я не знаю, что тебе сказать. У меня нет вариантов. Я в ловушке. Там можно было подняться по лестнице? По-моему, нет, там она за баррикад. Ну, баррикад, короче, стоит. Лифт не работает. Вот тебе и, пфу ты, загадка Жака Фреско. Я там все нашел. Как мне попасть в зал радости? Ну там 100% и есть это. Ну ее вряд ли сейчас можно завалить. Ну, блядь, ладно, погнали. Смерть ждет. Блядь, ты меня еще заблочила. Так. Ну и что делать? Во дворе шароебится, как дебил. Ладно, пошли. Пойдем, Димитресочка. Тебе не помешало бы сбросить пару метров. Да, я на предыдущей серии был на коне, да, а сейчас я в говне. Спейс можно оттолкнуть врага, нифига себе. Так. Ну, погнали, попробуем. Подожди, в покое сгонять ее. Может быть, как-то от них можно будет отыграться. Я просто вот честно скажу. Сорян за тупизм, ну как-то я вот без понятия. Здесь что-то есть у нее. Вот, да, покой. Так. И все. Она даже здесь может... Бля, я обосрался. Это, я думаю, это она. Стоит, что это? Помада госпожи? Погоди, куда я тебе ее? И все? Блядь. Ну хорошо, ладно. Вот подожди, стоп. Через оперный зал можно попасть. Да, но оперный зал тоже с другой стороны закрыт. И там он... Ну так я понимаю, что зал... А, погоди. Вот, я понял, мне надо вниз. Все, долбоёда, понял. Так, а ты можешь выбраться? Ну это я помню, ага. Поехали. Алло, ты чё встал? Итан. Алло, ты чё, не перепрыгнешь? Ну типа смотри, нам нужно, я так понял, на этот. Как его? Да ё-моё. Ба-ба-ба-ба-бам. Да, нам нужно сюда. А лестница-то где? Ну, лестница где-то должна быть здесь. Вот, да, на террасе. Так, а чё, мы не при... Блин, надо через тот зал идти к ней. А она уже тут. Так, ладно. Это местный мистер Икс, так что пофиг. Пофиг, 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 пофиг. Так, это я выйду на террасу, да, все верно. А я выйду на террасу, подожди. Я не выйду на террасу.
Подожди. И как мне быть? Ну давай. Подожди, а если... Фу ты. Так, а если я сейчас пойду вот так? А, ну во-во, не-не, все окей. Я так и выходил, надо было сюда топать первоначально. Ты серьезно? И тебе пофиг? Ну ладно. Так, ну хорошо. Я надеюсь, зомби не отреспавнились. Ну или эти недовампиры. Блин, конечно, я ожидал, что Димитреска станет новым мистером Ик. Что такие звуки стрёмные. А чё, всё? Я в тупике? Или ты сюда ещё можешь идти, Дим? Блин, чё происходит, а? Так а как? Алло, игра, я тупой, я забыл вообще. А, я тупой, да. Ох, сорян, утренняя сонливость, да? Да нормально, все, собрались, не будем тупить. Мне просто чуть немного стрёмно стало, потому что я чуть не ожидал такого расклада с Димитреской. Ну, в том плане, что понятное дело, что она как-то должна была за тобой гонять, но когда она там со мной пошла даже в этот во двор, ей был пофиг. Это как бы наивает на то, что что-то здесь есть. Здорово, ребят. Так. А, я наоборот сейчас выйду. Подожди, а как мне туда попасть? Я что-то как-то попадал. Ну-ка, ну-ка, стой. Кухня. Перегонный цех, и я сейчас поднимусь Димитрески, верно? Пфф, совсем запутался. Мне надо было через кухню типа идти. Да, походу. Ладно. Мне сейчас обратно надо к Димитреске топать через двор, да? Баллы. А если я здесь поднимусь? Подожди, а как интересно я... Ну, ладно, ладно, стоп, давай поднимемся, окей. Вот, тут же лифт, да. Так, вот здесь я сейчас к Димитреске телепортировался, грубо говоря. Здесь есть сейфпоинт, здесь есть старшима, может быть я ее могу брать? Нет, я не могу ее брать. Ой, сложно. Ничего не понимаю. Ну то есть надо через кухню походу. У меня других предложений просто нету. Надо было, да, в столовую, кухню, это траля-ля-ля. И мы бы вышли опять вниз, и там вот этот железный ключ с отметкой. Я так понимаю, что в дегустационной что-то было. Надо, короче, сгонять, попробовать. Прыгай, Итан. Алло. Алло. Ой, ну ладно. Нет, так нет. Все хотят, чтобы я на нее наткнулся. Прям ведут к этому. Ну ладно. Ну ладно. Что у нас по... Ну я могу еще создать. Все, на всякий. Чтобы от ее удара спастись. Потому что ее данжен слишком крут для моего данжена, так-то. Или я сейчас как... Блин, я сейчас иду как надо, что ли? Погоди. Так, кирпич. И вот куда надо было, да, кирпич тоже. Такие лабиринты у вас в этом замке. Госпожа. Я бы на вашем месте задумался. У вас тут вообще-то ведьма роняет FPS мне, это во-первых. Во-вторых, блин, тихо ты. Ну вот теперь страшно бродить на самом... Блин, я себя поймал сейчас на мысли. Ну ладно, похер, похер, похер. Я готов один удар получить. Так, это я сейчас выйду во двор же, да? Да, выйду во двор. Все, окей, поехали. И в столовую надо. Я так понимаю, она сюда не зайдет. Она вот там будет во дворе чилить меня ждать. Да, я угадал.
То есть она не заходит вот в эти комнаты. Ну здорово, Димитреска, здорово. Заждался. Не говори, бабуль. Давай. Это мне не помешает. Вот, жалко, ты его не убил. Так. А, во-во-во, все, помешал, отлично. Ну все. Хорошо, в комнаты не заходит, то есть это не мистер Икс, окей. Так, теперь кухня. Угу. Ну, здесь ей тоже плевать, по факту. Ну, типа, как мы выяснили, если она ей во дворе, похер как чилить. То здесь наверняка и подавно, как говорится. Так, там ключ Димитреска нельзя использовать, это я понял. Ну, я здесь что-то еще не залутал. Вот это тут... Да ё-моё. Так, а у меня нету больше? Нет, у меня больше нету. Знаете что? Полетел. Раз. Да не. О, кристальный череп. И еще одна аллея. Ну ладно, будем покупать патроны, походу. Что-то как-то экономика меня это ныне местная поимела. Ну, вряд ли ключ Димитреску. Понятно. Так. Ну там что-то было, надо посмотреть, дегустационное. Да ладно, они там отреспавнились, что ли? Просто я помню, что там была закрытая дверь, может быть там оно... Я запутался, я просто уже не знаю тогда, что. Ща. Просто я так понял, что нам нужно последнюю вот эту сеструшку завалить. А она находится вот где-то здесь. Ну, типа, либо, ну, либо там, либо где-то зал радости. Ну, я не знаю, короче, как это объяснить по-человечески. Вот, поэтому надо проверить. Я что-то уже все забыл, так сказать. Вспомнить все. Ну, ладно, побегаем. Это резидент, нам не привыкать. Наверное, я единственный такой лошара, который запутался в такой линейной игре. Ну, ладно. Нам не привыкать. Так... Ну все, вот эта комната последняя. Отмычка, которую мы использовали, оказалась только патроны. Так, здесь. И почему она заперта? Скажет, нет? Ладно, хорошо. Если это не здесь. Если это не здесь. Значит, что-то там я забыл залутать. Потому что, как мы выяснили, даже если... Окей. Okay. Если даже есть вот эти ключи, это не означает, что, ну, типа, красное, это не означает то, что мы там что-то из-за ключа... Ну, понятно, как бы это объяснить-то по-человечески. Ну, короче, надеюсь, было более-менее понятно в том плане, что там есть где-то лут еще. То есть я там, наверное, какой-нибудь кристаллик пропустил. Вот. Ну, но честно, я вот сейчас сижу и вот думаю, куда же нам идти? Давай так, логически подумаем. Мы же умеем логику, правда? Так, у нас есть двор, мы там что-то не залутали. Вот, наверное, вестибюле что-то с этой хренью надо делать, с этим лифтом. Может быть, его как-то можно включить. Кухня, мы вот туда шли, и смысла ноль. Нам нужно в оперный зал попасть, там это третье. Потом останется Димитреска, с ней без понятия, где сражаться. Ну ладно, хорошо, не расстраиваемся. Банем спокойно побегаем по той локации и поищем лут. Так, запись идет? Запись идет. Просто капец, как запутано. Ну-ка, что это? А, ну это мы читали. Комку сделали Димитреску, но забыли ее назвать мистером Икс. Ну, что-то как-то она слабенько. Мистер Икс бы за мной прям до конца бы шел. Ну, в том плане, что он бы все врывался и так далее. Так, смотрим вверх, смотрим вниз. Тут все чисто. Ключик. П-
Проснувшийся зомбарь. Чё ж я пропустил, а? Вроде ничего не сверкает. Да, хватит. А, вот кого я. Ну-ка. Попробуем, а? Видал? А у тебя какой ножик? Видал, да? Ничего, сколько тебе ударов-то надо. Промахнулся. Это вот меня конец Зои научил, как с тобой маневрировать. Все. Ножом зарезал. Петуха. Сломается? Нет. А чё? Где? Что я пропустил в этой жизни? Ну, если поддаваться логике, если я что-то здесь пропустил, это не значит, что жизненно важно. Потому что все жизненно важно, я бы наверняка... Ну, то есть, типа, это же нормально, да, что это все должно быть на виду, так сказать. Блин, ничего себе заголовки Жака Фреско. Ладно, одну сестричку завалили, хорошо. Еще вторую завалили. Маску мы, кстати, отдали. Да, маску мы отдали. Помада госпожи — это просто что-то с чем-то, как говорится. Ладно, пошли. Я говорю, что фу, да, покупать патроны. Так вот, я передумал. Патроны покупать далеко не фу. Может быть, здесь что-то есть. Я не знаю, просто меня бесит эта красная пометка. Типа, что-то я здесь пропустил. Ну-ка, последний раз пройдусь. По родной хате. Да-да, вот таких вот условиях Resident Evil 8 я снимаю, а ты о чем подумал? Ну, может быть, мой геймерский стул, он скрывает правду какую-нибудь, истину. Третья боль... Ну, блин, я не понимаю, где, что я пропустил? Покажи мне пальчиком, пожалуйста. Может быть, здесь что-то на столе интересное лежит, нет? Здесь ничего? Я скоро обнюхаю каждую. Ну, либо это реально он на ключ так, типа, жалуется. Красный мне показывает. Ну, там вот прям... Прям хочется туда. Может быть, семейным фото попробую открыть. Может, Димитреский когда семейное фото сказать, слушай, блин, давай так. Я с тобой благородство играть не буду. Выпустишь меня, и мы с тобой поговорим по-нормальному. Она такая еще посмеется, скажет, nice joke. Звук из седьмого прям резидента. Этот гул. Так, ладно, хорошо. Куда я хочу сейчас тогда сходить? Ну, у меня остается только сгонять торговцу. Пойти в вестибюль. Пойти к этому лифту. Может быть, что-то там на самом деле и есть. Двор я так и не понял, что я не нашел. Ты Димитровска там? Да, ты Димитровска там. Блин, вас дофига. Чё вас там искать? Ладно, пошли. Так, две я вставил. Ну, одна Димитреска, понятно. Так. А здесь я был? Здесь я был. А, ну мне туда и надо будет пойти. Как желаю. Слушай, торговец... Тебя вообще не смущает вообще, что происходит, нет? Помада госпожи 6000? Нифига себе. Конечно, обменять. Согласен. Ну и боезапас тогда апгрейдим. Мы погнали покупать. Надо было, наверное, апгрейд купить. Ну не суть, ладно. Значит, что я возьму? 5. А почему я не могу больше? Благодарю за покупку. Поехали прям себя. Обмажем по чем-нибудь. Еще. Я запутался. Еще раз повторюсь, но давай посмотрим. Может, что-то с лифтом надо было сделать реально. Так, ну здесь я не выйду, да, прикрыто. Так, поехали. Лифт не работает. Верно?
Но не работает так. А он ведет туда наверх. Без... Подожди, может его как-то надо запитать? Ну-ка, это второй этаж? Это второй этаж, верно? Здесь так карта ублюдочно сделана. Двор. Оперный зал. Там она закрыта, эта дверь. Ворота тоже. Я уж просто на счастье бью, я не понимаю, что делать. Так. Лифт находится сверху. Ну, значит, я, наверное, буду его, с него спускаться, например, на каком-нибудь... А откуда, если я его и буду спускаться? Откуда прям? Интересно. Я предположу. Второй этаж, зал радости закрыт. Там ателье. Так. Вот, стоп. А точно? Подожди, нужно еще раз проверить. А точно ли там заблокировано? Я что-то не понимаю. Так, это я сейчас выхожу в главный. Так, она там, да, Димитреска. Давай. Топай сюда, пожалуйста. Давай, Виафана Лимита, там все дела. Или ты наверху? Не понял. А, она там и осталась. О, так вот ты где. Да, бля, я себя в тупик отправил. Так. Угу. Договорились. Куда это ты собрал? Да, есть делишки. Ну, смысла сейчас в нее стрелять нету. Типа, что это мне даст? Блин, я тупой, лестница была не заблокирована. Все, ладно, понятно. Ребят, не будьте шизиками, как я. Я думаю, она почему-то забыла. А, из-за того, что я когда зашел, из-за того, что темно было. Блин, ща. Я просто отойду от всего моего тупизма. Там просто, короче, я понял, почему я подумал, что там заблокировано. Я когда шел, там лестница, ну, типа вот это, как ее называют, штуку-то? Перегородка, да? Я прям в нее уперся, я подумал, что лестница заблокирована. Все, шиз. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. Главная камеристка. Да мы уже... Стоп, она сюда идет? Надеюсь, нет. Так, поехали. Что еще? Алло, Димитресыч. Давай не будем. Я сейчас прикола не понял. Звук, главное, идет. Чисто, чисто, все, пошли. Алло. Это на третьем, что ли? Подожди, на третьем этаже. Так, это страшно уже. Я не понял, звуки. Да чё такие звуки стрёмные? Ладно, пофиг. Изучить. Такая можно прочитать, нет? Или... А, вот, изучить. Так, один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старшей вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху. А это вот, наверное, рождение сестер. Два дня после процедуры все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, их убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. Четыре дня после процедуры. Все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. Шесть дней после процедуры масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми, извиняюсь. Я уже выбрал для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. Неплохо. Знаешь, кто еще выбрал имя?
Я выбрал имя гей-сексу. Блин, реально стрёмно. Да чё, зачем вы такую музыку стрёмную пускаете? Ну да, там зомбар есть. В общем, такие звуки, как будто она вот рядом со мной где-то топает. Мне прям неспокойно из-за этого. Ну ладно. Топ-топ-топ-топ. Так, здесь что-то еще есть. Дай нормально все поизучать. Мне просто эти музыка, она отвлекает. Еще что-нибудь есть? Ладно, я понял. Они объединены, эти комнаты, поэтому надо еще сюда лутать. Так. Туда пойду. Все будет хорошо, вижу зомбаря. Давай. Все? Нет. Порох. Так, я могу создать что-нибудь? Нет еще. Это что? Шар с цветом и мечами? Сюжетное. Я могу тебя объединить с чем-то, друг? Или просто изучать могу? Я понял, для чего этот шар. Понятно. Решать-то головоломку. Здесь все. Так. Никаких блестяшек. Блестяшек. Прям такая музыка, будто я кому-то насрав компот. Замок не сложен. Бывает. Отлично. Патрон для дробовика или пистолет? Патрон для дробовика? Ну, погнали. Так, тут отмычка нужна. И чё, здесь больше ничего нет, типа? Это все в раке. Здесь 100% что-нибудь должно быть. Ну, ладно. Нет так нет. А смысл сейчас того, чтобы я спускался вниз? Подожди. Вот, оперный зал, все верно. Ну окей, здесь сейчас полутаем, все посмотрим. Подожди, нет. Если я там что-то пропустил. Иначе он бы не отметил. Так что здесь, где? Где что я пропустил? Что еще полутать можно? Только из-за этого, что ли? Наверное. Ладно, короче, я вернусь сюда, когда у меня будет отмычка. У меня просто сейчас нет видео. Я бы с удовольствием показал вам, как взламывать. С ведром на голове, как говорится. Так, сейчас момент. Буквально секунду. Так, я вернулся. Пошли дальше. Вот, блин, все в ОБС есть, но только нет возможности запись останавливать. Научное название нету. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядные, активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны. Они рождаются, когда... Каду откладывает яйца в хозяине, но сами мухи не способны к размножению. Слабеет при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10 градусов, их метаболизм замедляется, и они впадают в некое подобие криптобиоза. Как тихоходки или, может быть, полипедиум вантерпланки? Чё? Обломки. Как-то прикольно. Ломай это все. Зря это я сделал. Сыграем? А, блин, реально надо. Ага.
Ага. Ладно, спасибо, это не так сложно. Просто у меня в нотной грамоте 0 навыков. Так. Итан, а ты вообще думаешь головой? О, ну вот, вот, все, так. Теперь. Теперь нам пипец. Верно? Порох. Все? Да. Закончился оперный зал. Так, а из него выйти, это надо разблокировать тут дверь. Подожди, стой. А там у меня... Ну-ка, не хочу идти. Ну да, там осталась у меня отмычка. Я думаю, когда я Димитроску убью, можно будет и побегать. Так, теперь у меня есть ключ. А он от... А, стоп, подожди, а зачем я ухожу? Не-не-не, пофиг. Пошли обратно. Ведь у меня же там есть этот ключ, который нужно открыть. Ну, сейчас, походу, будет третья вот эта сестра. Ну, они как-то... Ну, хотя, а что тут придумать такое крутое? Я не жалуюсь, что игра какая-то однотипная в этом плане. Блять. Наконец-то мы встретились. Да. Иди отсюда. Так. Давай только быстрее. Открывай. Давай. Молодец. Бля, да. Ну, как я и думал. Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. Бывает. Только FPS мне не роняй. И что мне с тобой делать? Так. Блин, я выстану не туда. Так, я MLG. Понял. Да тихо ты, Итан. Не говори, блин, FPS еще падает. Че, здесь надо с тобой сражаться, да? Ты злюка! Не говори. Да ты что? Зачем ты это делаешь? А. Нет, все теперь не так уж просто, как хотелось бы. Слушай, ну как тебе объяснить? Зачем ты так сделал? Слушай, ну смотри. А, вы украли розу. Черт! Вы украли. Как холодно. Как холодно? Бывает. Ты просто в Сибири не было. Ну как сказать? Ты меня не любишь? Да. Я тебя не люблю. Давай уже. Не хочу. А надо. Надо. Понимаешь, твой час пришел. Все. Просто на будущее. Ненавижу насекомых. Ну, тут даже дело не в насекомых. Просто на будущее. Так, стоп, а могу ли я как-то совместить? Вот это. Нет, не могу. Это тоже не могу объединять. Так, ну здесь что-то еще есть. Патроны я видел где-то валяются. Шкатулочка. Че еще? Или я подобрал? Да, я подобрал эти патроны. Ух. Так. Здесь что-то есть. Лей. А вот что Димитреска к нам не пришла? Так, и осталась одна Димитреска. И у меня что есть? У меня есть этот ключ. А, ну я понял, где будет последний босс-файт. У меня нет только отмычки. Я смогу в зале радости полутаться. Я не буду открывать дверь. Точнее, я ее открою потом. Я сначала вот в ателье в зале радости погоняю. Посмотрю, что здесь есть. Так, а здесь что есть-то? Ну, давай, блестяшка, где? Я уверен, что ты где-то здесь прячешься.
Ну. Нету? А что здесь тогда есть? Блин, Итан, включи фонарик, я слепой, я не вижу. Из части в части одна и та же проблема. Фонарик Итана. Вот. Сейчас, секунду, запись проверим, она идет. Все с ней хорошо, 50 минут уже. Да, идет. Нормально. Так что здесь есть тогда? Алло, ну игра, ну блин, опять началось-то 25, ну. Либо я слепой, прям глаза не вижу. Хотя я там лестницу не видел. Подушку нельзя сломать, нет. Что здесь? А, патрон для дробовика. Так, все? Нет, еще что-то есть. Блестяшка какая-нибудь наверняка здесь спрятана, ну. Давай, объясни. Мне показалось. О. Сова какая-то. Тык. Здесь тоже ничего нет. Что ж я тогда забыл опять? Лей забрал. Все, пошли. Так, сейчас главное, чтобы в ателье нигде не встретить. Но здесь матреска сюда не подойдет, я же дверь еще не открывал. Я надеюсь, что да. Че это там? Маска радости. Первая. Походу, это была первая сестра. Так, подожди, я что, не могу забрать и уйти? Могу. Оу май! Так, извините. Ща. Я могу убрать вообще с рук оружие? Аллен, брат. Блин, не то нажал. Ну ладно. Минус одна аптечка, ну пофиг. Короче, для себя просто принскриню. Патроны. Пусть прозвенят 5 колоколов в этом зале. Ну, хорошего. А, вижу первый. Так, второй, наверное, где-то там еще. Да, вижу второй. Угу. Где еще? Где еще? Где еще? Первый там, второй там. Третий, наверное, где-то тут. Нет? Нет. Так, ладно, поехали. Первый. Второй. Я слепой, ничего не вижу. Так. Может, Димитрес где-то припрятала? Может, у нее колку тоже рядом где-то есть? А, я понял, вижу, да, один. Третий. И где-то четвертый и пятый есть. А, стоп. Мне показалось. А, понял. Я сейчас выставил тот же самый колокол. Так, здесь еще где-то спрятан. Прям чую, не? Блин, чё это вот этот супер... Ой... Можно я здесь все колокола? Первый, второй, третий. Где еще два? На крыше, что ли? Подожди, ну не даром же нас сюда пускают, верно? Неужели просто ради того, чтобы мы постреляли в этот колокол? А!
Четвертый и пятый где-то. На люстре 100%. Вот, вижу, да. 5. Давай, Димитреско, показывай свои тайны. Показывай свой местный данжен. Я правильно делаю? Наверное, да. И куда это я попаду? Трава. Блин, стоп, давай дверь от... Пофиг, сейчас. Все просто безусловно хорошо, но... Я сюда буду... Что ты такое шипящее? Это ванная, что ли, что? Все. Просто на всякий, вдруг понадобится. Всех сестер я убил. Йеху, йеху. Осталась ты, ма, Димитреско. Мы войдем в твой двухметровый данжен. Тихо, слышу. Слышу, 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 слышу. Назад обернись. Да иди сюда. Так. Еще что-нибудь есть? Чердак. Так. Карта сокровищ. Трежер. О, в самом низу там... я понял, все. Так, ну ты встанешь. А кто обосрался, скажите? Ну и нахрен на тебя тратить патроны. Видал, да? Отмычка. О! Еще одна. Можно, кстати, спуститься вниз и сразу же пойти залутать. Так, блестяшки. Блестяшки, блестяшки, блестяшки. Блин, классный, классная часть, вот честно скажу. Мне нравится. Так, говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Так, его якобы изготовили для убийства демонов и чудищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Но, походу, это вот он сокровище валяется. Мы тогда должны сходить. Что еще здесь есть? Вы объединены, да, эти комнаты? Опа! Винтовка F2. И сколько... Вау! Вау, это... Первая снайперская винтовка, которая выходила, ну, с седьмого части. То есть в седьмой части такого дальнобойного оружия не было. Ну, все мы любим Резидент не за оружие, на самом деле. А за блестяшки, где они? Где кристаллы? Я не люблю красные области. Стоп. А, окей. Бей женщину. А, понятно для кого. Надо сохранить снайперскую винтовку. Блин. Все-таки последний вопрос, последний момент. Где еще что я пропустил, а? Ну, ребят. Вроде здесь пусто. Так, а если я пойду сейчас так через крышу? Ну, игра не хочет, чтобы я пошел через крышу, верно? Да, она хочет, чтобы я пошел через крышу. Блин, задержи дыхание, Итан. Гениально. Снайпер дали ачивку. Понимаю. Они просто не видели предыдущего моего попадания. Что я здесь забыл? Вот. Нет, показалось. Но это было бы слишком тупо. А здесь что я забыл?
просто новая серия. Иван долбится в глаза. Так и назовем. Мне кажется, что тут в этом всем есть. Ну ладно. Так, это я видел. Здесь патроны были. Что-нибудь еще нет? Точно. Ну сюда просто я навряд ли вернусь. Похер. По факту, да. По факту, да. Типа блестяшек нет, ничего не надо, пофиг. Я так понимаю. Хотя нет, это уже навряд ли. Пошли вперед. Что это за звуки такие? О, кстати, лифт. Че, сгоняем отмычкой? Пользуемся. Тут на... Так, поехали, да, сгоняем. Заодно сохранимся. Вот, ну эта серия тоже будет больше часа, Саша, говорите. О, блестяшка, 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 стой. Попал. Все? Да, все, закрыли вопрос. Мне там еще надо вообще, в принципе, в этот хаб сгонять. Главное, чтобы Димитреска здесь не появилась. Кассандра! Кассандра! А ее нет. Нет! Да. Ты хоть знаешь, чего стоит воспитать трех дочерей? Нет! Тебе не отплатить этот долг! Был. Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Привет. Я тоже по тебе скучал. Как желаете. Как желаете. Короче, смотри. Вот так вот. Да блин. Вот так вот. Ага. И, собственно, все. Как тебе такое? Куплю я охотно. Мне нравится твой настрой. Так, теперь что? А это инвестиции? Не говори. Да, это, наверное, самые хреновые инвестиции в моей жизни. Давай, купим этот апгрейд для дробаша. Ага. Да, установи, пожалуйста. Так. Крафтмин. Так, патроны. А, патроны я уже купил у него. А, у него, ну, если ты все скупил, то все. Нет, прикольно, потом я был, что они у него бесконечные. Ну ладно, пофиг на патроны, давай, у нас 2000, да? А мы ничего не сделаем за эти 2000. Ну ладно, я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную... До новых встреч. За очень скромную мзду. Поехали, шар. Это что такое, блядь? Пинбол. Так, тихо, я не вижу, что происходит. Так, тихо. Ага. Стой, мячик! Зайдите, пожалуйста, так. Так, все, поехали. Да и не туда поехали. А Димитреска зайдет? Надеюсь, нет. Стой. Так. Верно. Тихо. Блин, я провалился, надо было не падать, да? Надо было не падать, понял? Блин, этот ее топот, он немного мне не нравится. Ну так, чуточку. Пинбол мастер. Так, тихо. Ну, классная камера, ага, все очень видно. Да тихо, блин, ну сука, Аитон, а можно сверху посмотреть? Тихо. Итан! Блин, ну не, ну это капком, это издевательство. Тихо.
Не издевательство, все окей. Катись отсюда. Алый череп. А нафиг он мне? Он мне даже не нужен. Очень ценное. Ну, погнали. Если только посмотреть, витрина вон там. Да, держи. Алый червь. 8 тысяч, вот это все очень ценное, ну ладно. Вот на это стоит раскошелиться. Не говори, блин. Скажите, если найдете еще что-то ценное. Хорошо, так. Сидорович. Что у нас есть? У нас есть железный ключ, мы должны сгонять... Блин, у нас еще крыша, у нас еще... Во дворе чего-то нету. У нас еще зал четырех. Так. Северный зал, там отмычка... Ой, оперный зал, точнее. Там отмычку можно использовать. Нам нужно сгонять туда. И мы должны сгонять опять вниз. Вниз мы должны сгонять, потому что там есть... Вот это, да, место... Для ключа. Так, ладно. Бля, она здесь. И чё? Чё делать? Тебе нормально, да, живётся? Так, быстро. Не документы, а инвентарь. Маска радости. Ты что у нас? Единичка, да? Неужели весь род дома Димитреску погиб? Да и... Ну... Еще от моей руки, да. Представляешь? Еще от твоей руки! Ну а чё? Ты хотел? Ты плохая мать. Она меня не привлекает, если честно. Я так подумал, блин, ну как-то она гипертрофирована слишком. Я не говорю про рост, я говорю в принципе, ну как-то, блядь, ну... Помните мистера Икса, блядь, вошел молча бить ей ебальник с такой страшными, там, не знаю, топотом этим, которым ты просто обосревался, это каблуками так перебирает такая, блядь, да, по-моему, наоборот к ней хочется пойти, а не так, чтобы наоборот. Так, доверься огню, да? Легенд. И чё дальше? Патроны. Ну и как я тебе? У меня нет ни мины, ничего. Ни... Как тебе огонек туда буду? Еще одни загадки Жака Фреско. Так. Хорошая попытка. Здесь надо мину, что ли, или что? Что-то как-то подорвать. Так, стой. Здесь еще есть. А, вот, ну. Да, я подтвердил свою догадку. На секундочку. У меня опять эта головоломка, где надо толкать все. Обломы кристалла, все, больше здесь ничего нету. Так, снайперка. Пошла. Так, теперь поехали. Так. Да, не, ну это вообще. Стой. Да блин, ну ты. Так, вот это толкать, так, блин, не, ну вы че, угораете? Так, да ебану мать, так, тихо. Физика. А может просто можно выстрелить, а? Че я парюсь? Я испугался, что Димитреска ко мне зашла. Фух. Ты серьезно? Ладно, было тупо, согласен, надо просто туда ее
Блин, это я без патронов смогу. Ладно, я тебя понял, не без патронов. А я себя приближу. А Итан вообще плевать на огонь. Действительно, что тут такого? Погоди. А мне что, тоже эту надо, получается, туда? Не, ну она не дотягивается. Ну алло. Так. Я понял, в чем суть этой загадки. Ща. Надо, где они перекрещены. Ну, короче, чтобы было перекрестие, грубо говоря, да? Так. Да, красавчик я. И там вот после... против Димитрески, как я понял. О, глаз. Так, оно сюжетное? Оно не сюжетное. Значит, оно... вот. Вот так вот, объединить с кольцом. Реставратор не дали ачивку еще. Че он так глаз-то поворачивается? Все, я ради этого, да, блядь, я ради этого себе топ. Ладно. Хорошо, так, это мы решили. Дальше нажимаем во двор, что у нас? У нас там... Да, у нас там... Че-то я пропустил все-таки. Ну, ладно, пофиг. Пофиг, как говорится. Давай оперный зал откроем. Я имею в виду вот эту отмычку. Подействуем. И, наверное, на этом наша сегодняшняя серия уже все. Потому что в универ-то надо бегать. Универ был создан для беготни. Вот. Так. Сейчас мы встретимся с Димитреской. Так. Сейчас я просто хочу прикинуть, что мне делать. Ну, столовую. Ну да, ну короче, ладно, пошли. У меня есть аптечки. У меня одна. Я могу сейчас крафтить еще одну. Вот. Ну, собственно, нормально. Один удар принять могу. Я думаю, там кинжал будет валяться. Или она еще, подожди. Так, ну давай тогда. Давай сразу. Весь род Димитреску погиб. И еще от твоих рук. Да. Надо было подвязывать лучше. На будущее. Чтоб таких проблем не было. Так, так, так. Что у нас там? Поехали. Патрон для снайперской винтовки. Хорошо. И все, мы с этим покончили. И оперный зал. Да-да-да, мы все, все мы облутали, смотри. Ну, кроме крыши. Ладно, все, надо заканчивать серию, сорян. Она и так уже час идет. Что-то я вначале люто тупил, но зато мы побегали. Но не привыкать, что я туплю в этом плане. Я тебя не боюсь, Димитреску. Ну ты там тусишь, да? Ну и туси. Так. Заходите, Итан. Привет. Короче. 12 кусков, блин, даже вот это ценнее, чем все остальное. Куплю я охотно. Молодец. Так. Ну, блин, смысла в этом нет. Давай, давай будем... Давай, давай, давай будем прокачивать винтовку. Чё ещё? На неё модификации можно, кстати, поставить будет. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Да, мы уже поняли. Блин, он начинает уже повторять эти фразы. Это немного отбешивает. Так, дробовик у нас полностью вкачан. Темп стрельбы, перезарядка, боезапас. Ну, короче, темп стрельбы, безусловно. Позвольте мне.
Нет. Так, темп стрельбы здесь. Боезапас. Да, в принципе, на него плевать. Но я хочу лучше себе оружие, поэтому поехали так. Одну минуточку. Так, и здесь 5570. Окей. Пойдет. Интересных приключений. Спасибо. Ты можешь выйти, кстати, там Димитреск. Она тоже хочет тебе сказать пару ласковых слов. Ладно. Подведу итоги серии. Я вначале тупил. Ну ладно, пофиг, как говорится. Главное, что интересно все равно было. Вот. Мы завалили всех этих сестер. Осталась сама Димитреска, я так понимаю, маска ангела где-то у нее хранится. Вот здесь надо будет через крыши как-то там подойти. Но я так понимаю, что там будет у нас финальный босс-файт. Вот. И, ну, собственно, все. То есть, пока все идет хорошо. Что-то только вначале затупил. Ладно. С тобой был Сидорович, я и еще один. Я. Пока-пока.